Приветствую всех, с вами Низирамус, и мы продолжаем играть в Crash Bandicoot Insane Trilogy. И на данный момент, на момент записи, я еще не закончил собирать реликвии в первой части, то есть забеги на время. Ну, я просто немножечко уже от них подустал, потому что у меня уже и геймпад подбарахливает немножечко. Я решил пройти сейчас, пойти вторую часть, потому что обычные забеги это не будет так проблема, а потом у меня может уже новый геймпад появится, и я полноценно смогу проходить забеги на время. И может быть после второй, опять же без забегов на время, третью, а потом уже по очереди в них, во всех забеги на время начать. Так что, начинаем. Новая игра. Не буду пока загрузки пропускать. Пока. Я просто не знаю, сколько тут удаляться. Чтобы ничего не пропустить. Давай, давай, игра. Уже можно. Уже запускай. Тебе уже насмотрелись на эту танцующую надпись. Кристал. We need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Useful, big brother, and bring an extra battery for me. Ну, вот так вот начинаем. Яма. Так, это уже, кстати, настоящая яма, по-моему. Мне что, сейчас здесь камень дадут, что ли? Я бы удивился, честно. Солидно. Просто черную дыру какую-то открыли мне. Crash Bandicoot. Welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I'd rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of five doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash.
That is all I will say for now. We will speak again. Прям так загадочно говорит. А это чё? На это уже вообще просто ничего. Ну давайте тогда сохранимся как раз. На что там сохраняться-то? А, на эту кнопку, окей. Ну и пойдемте. Первый уровень. Будьте добры к коробкам, чтобы получить особый камень. Да, тут уже нам не нужно будет за одну жизнь полностью уровень проходить. Насколько я знаю. Вряд ли это решили добавить. Учитывая, что этого не было в оригинале. Сейчас я, собственно, попробую. Как игра сказала, быть добрым к коробкам. О, прям дождик. Так. Помню, что дело не так, верно? Ну да. Дайте-ка я, пожалуй, все-таки пойду. О, стоп, тут же надо уже привыкать к новому движению. Именно к этому, да. Че она визжит? Главное вот этими штуками не сбить коробки. Не, чекпоинт я не хочу. Ох, какая она токсичная прям. Прям как эти. Модификация ультралисков. Токсилиски из второго Старкрафта. Не то, что такие же. Только из этих еще сам токсин газом не распространяется. Ну, я бы, в общем, не очень хотел такую черепаху знать. О, хе-хе. Это всё-таки тут можно делать. Я чисто для интереса это пробовал. Сохранили ли это типа такую возможность? Ну, это все-таки посложнее тут делается. Хотя, может, просто надо привыкнуть. Отлично. Ну а теперь давайте, чтобы лишнюю загрузку не ждать, пойдем с нуля пройдем. Надеюсь, так можно. В оригинале так можно было. Просто с нуля уровень начать и уже все коробки разбомбить. Фига себе, одновременно просто их разбил. Хотя поначалу-то мне не стоит особо сильно увлекаться потерей жизни. У меня пока еще особо нечего терять, у меня жизни-то мало. Та-там. А я, пожалуй, возьму маску. Потому что я не уверен, что я смогу идеально эту зону пройти. Какая красота. Какая пещера прям. Чекпоинт. Ох,
Нифига себе, птица-пилот. Кстати, а тут? Да, кстати, можно. Вроде я все разбивал. О, кстати, он остается зеленым. Прикольно. В оригинале он белел после активации. Опа. Ладно. Будем считать, что это намек на то, что мне туда не нужно. Бонус. Такой же коротенький, простой. Что логично. Ох, ну звук, с которым платформа едет. Это прям что-то мощное. Забавный звук такой, свистящий. Напоминает звук этого пара из уровня типа Heavy Machinery в первой части, в оригинальной. Ой. Кстати, нехорошо. А нормально. Даже так можно. В оригинале как-то так не пробовал, но что-то мне подсказывает, что по идее тоже так можно. Прекрасно. Ты меня так не пугай. Я уж думал, зажало мне. Но нет. Crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Are you there, Crash? Crash! Crash! Are you there, Crash? Are you there, Crash? Внезапно. Не-не-не, я не хочу забеги на время. Забеги на время оставьте, пожалуй, на далекое-далекое будущее. Такое классное оформление у этих. У каждого из этих уровней. Ну что, Snow Go! Найдите и завершите секретный путь. Специального гема. Так, ну что? А?
красота. Пингвин, что ли, это другого пингвина откинул? А, он разбил, окей. Тут. Не надо. Или тут можно так? Да ну иди ж. Да, животное, вылезай. Вы что, кончились? Да быть не может. Ну, видимо, игра не очень хочет, чтобы я этими штуками разбил эти бомбы. Ох, какая. Чё это ты? Смотрите-ка, убрали. То есть тут его нельзя собрать сразу. Ну, тогда и прыгать смысла нет пытаться. О! Здрасте, приехали. Воу-воу-воу-воу-воу. Меня что-то заносить прям начало. Окей. Ой. Все коробки. Прекрасно. Вот, кстати, не будет так легко пропустить в бонусе в этом, в Cold Hard Crush уровне. Воу. Стик ты меня подвой. Опа. Кстати, а бонус чекпоинт дает, оказывается. Нет, что-то новенькое. Нельзя вращением откинуть кристалл. Ну, в принципе, это, я думаю, хорошо. Ну ты и забывай, Крэш. Ощущение, что он просто готовится дать в лицо тому, кто первый попадет под его горячую руку. Не хотел бы я быть на месте того, кто попадет под нее. Ладно. Растворяемся отсюда. Нормально. Хорошо идем, я бы даже сказал. Прекрасно.
конечно же, знаменитый танец Крэша. Ну, он и упоролся, честно. Ну да. Пока он считает нас своим врагом. Да, мы немедленно идем в третий уровень. И тут нам говорят, что смерть в бонусе не стоит жизни, ну, не тратит жизни, поэтому можно перепопытаться его пройти. Тут музыка играет. Прям мощно. Ну, рыбы, конечно, здесь уже мутировали, мягко скажем. Ну, он и полетел, конечно. Ага. Кстати, а давайте попробуем пройти на время. Чё это я? А, блин, я уже чекпоинт собирал. Ну он и рычит. Прям такая пелена непроходимая. Только Бандикута и видно. Бульк. А сейчас пройдем уже как надо. И маску сразу же дали. Запасную. Не, в водоворотика что-то не хочу. Спасибо, как говорится, игра за щедрое предложение, но я вынужден отказаться. Ой-ой-ой. Смысл, конечно, туда прыгать нет, понятное дело. Ну, бонус классный. Собственно, я бы не видел тут ничего, чтобы мне не понравилось. Поэтому я думаю, даже отчасти лишний говорить, что что-то мне именно нравится, учитывая, что мне тут все нравится.
Вот это я облажался. А ты чё? А, типа, это означает, что уже он пройден, поэтому так затемнился? Неожиданно. Ой. Какие же волны классные делает. А, вот это сейчас будет сложненько. Отлично. Надеюсь, все разбил, что надо было. Не-не-не-не-не-не-не. Ох, сколько мы тут волн создаем. Так. Так-с. На-на-на-на-на, не-не-не. Почти все, кстати. Но сейчас я сомневаюсь, что вот туда можно попасть. Что тут все-таки немножечко пофиксили вот эти прыжки. Усиленные. Отлично. Просто чекпоинт. Ну, там сюда, окей. Прекрасно. Прям все собрали. Ну, конечно, первый варпрум полностью за... Ну, не проходя босса, нельзя пройти здесь. О, я, кстати, только сейчас заметил на слоту для реликвий. До этого я их не видел как-то. Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Отлично. Вот и договорились. Ямы. Разбивайте закрытые коробки прицельным бодислэмом. Вау, закат прям. Красота. А, это птица-киборг, у нее просто на башке этот имплант какой-то. С видом сбоку казалось, что это у нее шлем вот этот, ну, шлем пилотов такой. Это у нее просто именно что имплант, который, ну, кто-то из докторов установил. Возможно, Брил, потому что он говорил, что он будет, типа, использовать все, что сможет против нас.
раз мы помогаем Кортексу. Так. А Кортекс, ну, в общем, стало понятно, что у Кортекса нет сейчас союзников на Земле. Поэтому... предположительно, сейчас тут всеми этими экспериментами заведует Брио. О, ладно так. Ну, дайте на обратном пути. Это было неудачно. Ну ладно, пофиг. Оп. Сколько у меня там? 13 жизней. На, хватит уже. Можно переставать их усердно собирать. Отлично. Пора ем, по идее, да? Угу, помню еще. Кошмар. Не-не-не. Токсичная черепаха. Ведь, в принципе, даже не удивительно, что здесь так много черепах. Это ведь, в конце концов, черепаховый лес. Ведь коробка, вот эта, которая сверху вращается на фоне, выглядит такой очень бледной. Как-то она слишком близко меня, по-моему, подпустила. Странная штука. О, ну и куда же без наших любимых ямок? Я, оказывается, еще и промахзал по этому ящику. Замечательно, что тут также можно делать. Тут прямо руины какие-то лежат. Оу. Окей. Звук раздается. Забавный. Главное, чтобы они потом с первой попытки разбились. Отлично. Прелест. Собрали. Хе-хе. Надо же для разнообразия надо и правильным путем пройти. Хм.
камера выше не поднимается. Но уровень пройден полностью. И это прекрасно. Ой, сейчас будет уровень с моей просто любимейшей музыкой во второй части. Замечательно. А сейчас у нас должен быть диалог? Вроде не должен быть. Да. А вот после этого уровня уже, конечно, будет. Скольжение может помочь двигаться быстрее. Ну, вроде как да. А если еще использовать скольжение и сразу же вращение, когда Бандикут не тратит время, чтобы встать, а сразу же вращается. Это вроде как еще больше ускоряет. То есть не чтобы вот так делать, а вот так. Ох, какой заснеженный булыжник. О, какие вы тут прямо солидные. Нет, что ли, этой анимации, когда Бандикут просто впрыгивает со всей силы? Вау. Что-то вообще не прыгает. Обычно он немножко хоть подпрыгивает где-то. Воу. Какая-то не сразу узнаваемая мелодия. И 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Фух, едва зацепился. Но музыка прикольная. А, это просто такие метки. Просто пытался понять, что это вообще может быть такое. Он разбивает эту коробку. Да что ж я не долетаю? О, он ее разбил. Серьезно? Внезапно. Да ладно. Серьезно, хватит уже. У меня так много умирать здесь. О, сейчас я не понял, что было. Так. Ладно, концентрируемся просто на уровне. 35, 36, ага. Это уже... Окей. В неожиданной сложности нахожу. Я понял.
Да ладно. Чего? Скажите, что я сейчас всю жизнь тут посливаю. А, прямо этот уже. О, отлично. Ну тут, конечно, это немножко облегчили, что камни все-таки разбивают все ящики. О, сейчас у нас будет боссик, и после этого, может быть, закончить серию. Дальше, конечно, далеко не факт, что я буду за одну серию весь, все 5 уровней проходить из комнаты. Но посмотрим. В любом случае, да, тут еще надо дожить, дойти и так далее. Отлично. Сейчас у нас еще с нами Кортекс, по идее, свяжется, да? Опа. А, это босс, оказывается, теперь так. Кто мог подумать? Вот, зато видно, что там кирпичи. Ну, такие кирпичи. Ну, это... Кстати, странно, что... с нами не связался. Кортекс сказал, что он свяжется после того, как мы соберем 5-й кристалл. Подсказка. Ему не следовало играть с Нитро. Никому не следовало. Так. Мне по идее сюда надо. Ох, какие они яркие. А тут, по-моему, где-то здесь надо прятаться, да? Ну да. Сейчас вот здесь. А потом примерно там, где вот сейчас босс стоит. И... Вот здесь, по-моему, да? Потерял свою меховушку. Я думал, сейчас еще какое-то продолжение будет у этой штуки. Ну, какая-то там заставочка. Просто так долго камера была на боссе еще. Но нет. Не оказалось. Окей. Окей. Даже сейчас с нами не свяжется. Ладно, на этом я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока. Кстати, 5 это... Это выделенное означает, что это я типа все собрал.
что возможно. Или просто для чередования это сделали. А, неважно. В общем, всем пока.